Доброй ночи. Вы позвонили в телефонную службу доверия. Меня зовут Татьяна. Как я могу к вам обращаться? Алло. Алло, простите, вас не слышно. Алло. Перезвоните, пожалуйста, вас не слышно. Таня, верно? А ты вот так сходу всем врешь, а? Тамара. Вы знакомы? Да, знакомы. Даже близко. Я не узнаю ваш голос. Ага, видишь как. Ты про меня ничего не знаешь, а я про тебя знаю все. Все. Что, простите? Ну, к примеру, то, что жить тебе осталось очень недолго. Я знаю, кто ты. Я знаю все про тебя. Тебе не уйти. Позвонили в телефон. Я хочу умереть. Почему? Что случилось? Давно случилось. Папа меня не любит. Вчера была на день рождения у подруги. Вернулась, ну, не очень поздно. Ну, 10-12. А он стал на меня орать, что я шляюсь. Обзываться по-всякому. Наверное, папа очень волновался. Не знаю, как он волнуется. Лишь бы все было так, как он сказал. Знаете, я ведь уже пыталась месяц назад. Теперь у меня точно получится. Подожди, малышка, подожди. Не бывает безвыходных ситуаций. Папа тебя очень любит. Нет. Он сестру Дашку любит, а не меня. Это не так. Откуда вам знать? Он меня ударил. Наверное, он просто волновался, был зол. Слышь, я... Кто он пришел? Дай папе трубку. Нет. Нет, я решила, я не могу так... Подожди, послушай меня, давай попробуем. Ничего не бойся. Дай папе трубку, я с ним поговорю. Тебя. Да. Здравствуйте, поговорите со мной, пожалуйста, пару минут. Ты кто? Я ведь один их воспитываю. Жена умерла 3 года назад. Вы герой. Я вам это искренне говорю. И, безусловно, строгость тоже нужна. Но просто старайтесь почаще обнимать ваших девочек. Ведь больше всего на свете им нужна ваша любовь. Обычно это ребенку дает мама, но в вашей ситуации... Представьте, каково девочкам, как сильно им не хватает ее. Вам придется ее заменить. Да. Спасибо. Всего хорошего. У вас все будет хорошо. И звоните в любое время. До свидания. Thank you.
Марина, а в чем дело? А школа? Да ну ее. Так, а ну-ка вставай. Что ты пристала? Дай поспать. Каникулы скоро, вот и отоспишься. Отвали, а? Так, ты сама встанешь или тебе за шкирку оттащить? Да начались уже уроки. Очень хорошо. Ко второму успеешь. Давай-ка вставай. Вставай. Давай. Отпусти. Ты мне не мать. Ё-моё, Том, чего вы мне поспать не даете? Ну, отлично. Хоть бы дверь у меня закрыла. Ты что, опять поздно вернулся? 4 утра. Доброе утро. Курка, где моя? Я же просила не трогать мои вещи. Все, нашла. Надо что-то решать. А вы меня в детдом сдайте. Ты поговорить со мной хочешь? Надо будет, сдадим. Слушай, я понимаю, это твоя племянница, ну вот здесь уже. Страшно. Красиво. Это у нас семейная. Это да. Слушай, самая красивая невеста наша. А то. Ну что, теперь родня, да? Ну, свои, так сказать, люди. За нас. Да, не говори. А я гляжу, ты уже нарядненький. Да ладно, ну, один раз детей женим. Давай. Ну, и то правда. Ну, какие красавцы. Да. Ну, Рита, ну что не так? Все не так. Это из-за меня? Из-за всего. Ты вообще меня не понимаешь. Чего стоим-то? Горько, что ли? Горько! 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 Еще рано. Папуль, можно я тебя на минуту? А, извини. Что, солнышко? Папуль. Да. Что? Я не люблю его. Кого? Юрку, что ли? Угу. Что, шутка, да? Какие шутки? Охренеть. Ритка, ты что творишь? Прости меня. А для чего тогда вот это вот все надо, а? Я не понимаю. Хотела свадебное платье примерить. Примерил? Весь город съехался на твою примерку. Мне-то теперь чего делать? Да ничего. Я выйду и скажу. Передумала. Шить, ты что, с ума сошла? Тут вся верхушка. Я еще молчу. Сколько денег в это вбухано? Пап, ну ошиблась я. А ты что, раньше не могла понять, пока я с его отцом еще... М? А теперь что? Блин. Ну, Ритка... И что теперь? Он еще кукарекал. Крепкая семья, все свои, свои люди. Рит, ты знаешь прекрасно, я тебя люблю больше всех на свете. М? Папа, я не хочу. Ну, черт с ними, с деньгами. Ну, тут же люди, люди, позорище. Мало я тебя порол. Прости меня. В общем так, раздумаешь через месяц. Да-да-да, потом придумаем что-нибудь, как выкрутиться...
Все, я сказал. Посмешищем для всего города. Нет уж, дорогая, заварила кашу, расхлебывай. А сейчас свадьба. Свадьба. Поняла? Поняла. Куда? Носик припудрить. Что случилось? А ты не знаешь? Нет. Ивашка теперь исчез. Как, Ивашка? Угу. Не может быть. Кто-то надоумил, все деньги из дома выгреб и свалил. 6. Прикинь, 3-й уже из нашей школы. Жесть какая. Говорят, ни одного пока не нашли. А куда они все уходят? Ты что-то знаешь? Откуда? Да ладно, ты же с ним тусила. С чего ты взяла? Ой, ну мне можешь не чесать. А Романов? Из него разве слово вытянешь? Так, чего сидим-то? Ждем, как из полиции придут. Допрашивать будут. Алло, привет. Ты как? Нормально, работаю. Ты так нехорошо с утра уехал. Ты по делу или просто так? Да я в комнате у Марины опять нашла депрессивный рисунок про нас. Так переживаю. Кто бы сомневался. А что делать? Ну а как? Слушай, пора честно сказать, она села нам на шею. Эта девочка не ценит ничего из того, что мы делаем. Зато изображает нас монстрами. Это нормально. Слушай, ты же психолог. И что? Ну, я не знаю что. Поговори, разберись, поставь диагноз. Диагноз поставить? Спасибо, что помог. Ладно, прости, мы оба на взводе. Прости, мне пора. В ЗАГС опаздываете? Наоборот, поехали. Понятно. Почему Ивашка? Потому что Иван, Ивашка. Что вы к нам пристали? Ребята сказали, что вы с ним общались больше всех. Посещали вместе как-то кружок краеведа? Ну, ходили мы на этот кружок. Больше мы ничего не знаем. Почему он решил сбежать из дома? Такие вещи обычно не делают. Жил человек, учился, и вдруг ворует деньги и исчезает.
Почему остальные исчезли? Вы следователь, вы и разбирайтесь. Ладно. Побеседуем с вашими родителями. При чем здесь они? Ну как, вы все забыли, они помогут что-то вспомнить. У меня нет родителей. Это как? Ну так, мама живет в Москве. То есть, а ты здесь? Почему? Чтобы на глупые вопросы отвечать. Работа у нее в театре. А, артистка, значит, да? Интересно. А отец? А отца она мне забыла представить. У меня тоже родаки развелись. Да что вы говорите? Какая досадная неожиданность. А что касаемо нашего вопроса, есть что сказать? Понятно. Ребятки, пропал ваш друг, а вам как будто и дела нет. Все по барабану, да? Как аквариумные рыбки. Памяти не больше минуты, глаза пустые. Гражданочка, достойных членов общества готовите. Почему ты молчала? Можно подумать, ты много говорил. Девушки обычно стремятся замуж, а вы? А я такая особенная. Это точно. Не жалко парня? Нет. Папа ему купит новую машину, и он обрадуется. Чем он вам так не угодил? Всем. Это моему папе надо было на нем жениться, а не мне. Он вас заставил? А разве я похожа на того человека, которого можно заставить? Да нет. Вот и я так думаю. А вы не слишком любопытный водитель? Слишком. Как и все таксисты. Нам сюда. Пойдем? Куда? У меня денег нет. Да ладно, не надо. Нет, пойдем. Проходи, не стесняйся. Вот тапочки. Меньше нет. Я же сказал, не надо. Ладно, я пошел. Пока. Рита! Открой дверь! Я знаю, что ты здесь, Рита! Юра. Жених? Угу. Очаровательно. Уходи! Надо поговорить! Опозорила меня перед родственниками, а теперь боишься даже поговорить? Я ничего не боюсь! У меня есть другой! Я тебе не верю. Ха. Серьезно? Да он же старый. Да вроде нормальный. Ей 20. 21 почти. Паспорт есть, и ладно. Ну ты и стерва. А ты папенькин сынок. Он, небось, там внизу стоит, ждет тебя. Мы просто приехали на одной машине. Рулил я.
Угу. Ладно, ребят, вам, похоже, надо поговорить, я... А, похоже, я здесь лишний. Спасибо, любимая, что опозорила меня перед друзьями, перед родственниками. Нормально поговорить нельзя было? Хотела шоу «Сбежавшая невеста»? Может, хватит, а? Да пошла ты! Сам пошел! Хочешь выпить? Я за рулем. Минутку. Я же говорю, я... Да выветрится. Давай. Ну? Ну что, у тебя тут затишье? Ну, в принципе, да. Слышала, что произошло? Нет, я же проспала полдня. Школьник пропал. Да ты что? Молоденький совсем. Вроде из приличной семьи сбежал. Ну, надо же. Получается, что это уже третий случай за полгода. Угу. Чистяков Иван, кажется, со 110-й школы. Откуда? 110-й? Маришка моя там учится. Представляешь, да? Говорят, что кто-то надоумил его. Или в интернете что-то прочитал. Я бы этот интернет отключила к чертовой матери. Там же только гадость и разврат один. Ладно, давай. Хорошей смены. Настюш. О, а ты как вообще? Как на войне. Опять Маришка шалит. И то слово шалит. Ну ладно, давай. Ну давай. Хочешь? Нет. Ты мой телефон не видела? Ты же не... Мне никто не звонил? Расслабься. Я уже расслабился по полной программе. У тебя свадьба сегодня? Угу. А я женат. Что ж ты раньше не сказал? Да, как-то не успел. Даже не пытался. Ну, извини, я что, не должен был? Да ладно, что ты заладил, должен, не должен. Мы живем один раз в жизни. Мне пора. Давай. Тебя как зовут? Андрей. Ну, хоть что-то. А меня Рита. Я вот тоже, если чего не хочу, хрен заставишь. Давай. И плевать на все авторитеты.
Нет, моя же дочь. А, ну, а кровь давай. Водицы не бывает. Давай, давай. Ну, Ритка, а? Ну, выдала. А. Сбежала с собственной свадьбы. Вы представляете? Было ужасно. Я думала, она выйдет замуж, поумнеет, но куда там? Она как всегда. Эдди, конечно, взбесился, как будто я во всем виновата. Надь, скажите мне, а какие у вас с ней отношения? Никаких. Она живет отдельно, а когда приезжает к нам, делает вид, что меня нет. Не замечает. Наверное, если бы была жива ее мама, было бы все по-другому, но... А почему вы не хотите написать заявление в полицию? Нет, вы не поняли, он не такой, он любит меня. Заботится. Бьет, потому что любит. Но многие живут гораздо хуже. Надь, я понимаю, но все-таки, если вы решитесь написать заявление в полицию... Вам легко рассуждать. И я все понимаю. На всякий случай, я хочу вам дать телефон приюта для женщин, переживших домашнее насилие. Я не жертва. Я понимаю, но вдруг вам... Просто захочется пожить одной, собраться с мыслями. Он найдет меня и там. Надюша! Простите, мне нужно идти. Ты в спальне, идти. Что ли, или где? Наденька, удачи вам. Ой. А что, так не лезет? Пойдем, перетереть надо. Чтобы нас не обливали. Ну что, давай? Что? То самое. Алло. Привет. Ты не занят? Слушай, я до Маринки не могу дозвониться. Дошляется где-то. У тебя что-то случилось? Да нет. С чего ты взяла? Слушай, прости, у меня клиенты. Ой, что ж ты не сказал? Все, ладно, давай, целую. Здравствуйте. Вы позвонили в телефонную службу доверия. Я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Костя. Очень приятно, Костя. Меня зовут Татьяна. Что у вас случилось? Да, у меня... Случилось. Я не знаю, как теперь быть. Просто у меня сын. Слышали про парня, который пропал? Да. Ты чё, малыш? Это вписка называется. Ты зачем сюда пришла-то? Явно не за этим. Пусти, орать буду. Давай, так даже лучше. Мне 15 лет. Да кому ты паришь, а? Честно, я учусь в 9 классе. Слушай, в любом случае, это твои проблемы. Ты знала, куда идет? Слушай, ты что, а, дебилка? Ты что, компанию хочешь? Толпу? Давай, я позову.
все, да? Даже не слышали, что такое вписка и чем это может кончиться для ребенка, тем более девочки. Вообще не в курсе? Нет. Что же вы за мать? Сестра матери. Да какая разница? Вам доверили воспитание ребенка. А если ее изнасиловали, убили? Я работаю по ночам, и мы с мужем... Ну, если у вас нет времени, тогда мы займемся ее воспитанием. В смысле? Поставим на учет. Кто-то же должен взять на себя ваши обязательства. Да вы что, не надо ее ставить на учет, она же ничего не сделала. Я тоже психолог. Что же вы психолог, а девочку упустили? Не интересуетесь, где она бывает, с кем? До свидания. До свидания. Просто позор. Отчитал меня, как девчонку. Ну что, Тома, профессиональная фиаско? Хорошо погуляла? Чего пили-то? Вот ты мне скажи, вот чего тебе не хватает? Я каждый день общаюсь с такими же ребятами, как и ты. Вот у них реальные проблемы. А у меня все в шоколаде. Дальше четверг. Жить дальше как будем? Хорошо, желательно по отдельности. По отдельности, дорогая моя, не получится. Придется тебе... Уважать законы этого дома. Том, давай я ей ремня всыплю, а? Рискни, я на тебя в органы опеки пожалуюсь. Что с ней делать, а? Отвезти к маме. Алло? Привет, мать мой. Скучал? А кто тебе звонит 3 часа ночи? Это клиент. Я должен с утра завтра встретить и, ну, переживать, что я просплю. Ну, ясно. У тебя откуда мой номер? Какие мы недовольны. Че надо? А ты приезжай, узнаешь. Я сейчас на балконе сижу, голая. Замерзнешь. А ты согрей. Ну что, в школу отправила? С боем. Андрюш, давай поговорим. Мне кажется, у нас что-то происходит. Ты не заметил? Ну, вообще-то заметил. Мы как будто бы теряем друг друга. Да потому что у нас не... У нас не дом, у нас дурдом. Что случилось у тебя? Я-то тут при чем? Чё с больной головы на здоровую перекладывать? У меня все в порядке. Ну, я же знаю тебя. Что-то происходит именно с тобой. Том, у меня все в порядке, кроме вот этого вот. Правда? Да честное слово, у меня все хорошо. Я просто не знаю уже, куда из дома сбежать. Знаешь, что она мне сказала недавно? Она считает, что я не хочу ее отвозить матери, потому что у нас нет своих детей. Ну, ты же знаешь Марину. Это в ее репертуаре. Чего обижаться? И что мы будем делать? Thank you.
знаешь, мне просто кажется, что нельзя ее отдавать Вале. И что там за мужик нарисовался? Какой? Юрка сказал, с тобой был взрослый мужик. Кто это? Знакомый. Какой знакомый? Вы встречаетесь? А что? А почему я об этом впервые слышу? Федь, ну Рита уже взрослая. Заткнись. Ты хоть заткнись. Тоже мне адвокатша нашлась. Тебя кто спрашивал? Ну, если ты такой любопытный, я тебя могу с ним познакомить. Да уж, будь добра. Ну все, забились. Марин. Чего? Знаешь, я тут думал и... А, и такое бывает. В общем, мы должны рассказать все про Ивашку. И про его переписки, и про эту странную девушку с ее проблемами. И про все, что с ним случилось из-за нее. Ивашка, Иван взрослый парень. Раз уж решил сбежать с ней, то это его выбор. Мы не должны вмешиваться. И вообще, захочет, сам объявится. Может, это ловушка. Ее же даже никто не видел. Мы должны... Мы никому ничего не должны. Как вы сегодня? Хорошо. Голос бодрый. У вас тоже. Я, наверное, часто звоню. Отвлекаю вас. Нет-нет, вы можете звонить, когда хотите. Давно работаете в службе доверия? 3 года. А до этого? Костя, мы не должны говорить обо мне. Запрещено инструкцией. Ну вот, вы сами все понимаете. Жаль, мне интересно. А почему пришли сюда работать? Хотелось творить чудеса. Когда отговариваешь человека совершить суицид или помогаешь пережить потерю, ну или как-то зажигаешь искру, и человеку хочется жить, для меня это чудо. Как вы все это выдерживаете, этот негатив? Негатив? Не знаю. Когда звонят 12-летние девочки, пережившие насилие. Тяжело понять, что ничем не можешь помочь? Тяжело понимать, что ты не можешь изменить травмирующую ситуацию. Но ты можешь помочь пережить это. Нас учили, что нельзя пропускать все через себя. Получается? Не совсем. Знаете, иногда накатывает такая усталость после работы. Ничего не хочется, и думаешь, кому это надо. Помогает ли это кому-нибудь? А потом домой приходишь и еще сапожник без сапог. Почему? Ну, это долгая история. Я бы послушал. Извините, но слушать — это моя профессия. Ладно, принимается. До свидания. Не знаю я, что она во мне нашла. Не, ну я понимаю это. Блажь, каприз очередной. Из головы не выходит. Тарик, это нормально. Что нормально? Любовница? У меня семья так-то. Не, я не осуждаю тех, кто на 2 фронта. Просто... Ну да, семья. Принципы, все дела. Ну, ну ты просто не смешивай. Тут бабах, я все понимаю. Вот смотри. У тебя появился человек, с которым тебе хорошо. И этому человеку от тебя тоже ничего не нужно. Ну ты лови момент. Ну даже если это каприз, лови момент. Ну что у нас, каждый день такие девочки бросаются. И вот у меня. Вот я прихожу домой, там Светка.
Вечно хмурая, вечно с работы уставшая. У сына какие-то компьютерные игры, гаджеты. Вообще в своем мире в каком-то. Всем купи это. Купи то. Купи то, да. Всем дай денег, все с претензией, все чем-то недовольны. А я вот тоже праздника хочу. Так что не грузись. Порвать всегда успею. Роешься в моих вещах? А как же личное пространство? Ты же хотела, чтобы я это нашла. Мы, мол, недаром учились психологии. Марин, давай поговорим. Не о чем нам с тобой разговаривать. Ты мне никто. Ненавижу вас всех! Пойми, я женат. Я помню. Но я не такой. Никакой. Но я не сплю с... Я ни с кем не сплю. Ты с женой тоже не спишь? Да при чем здесь это? Просто все эти тайные встречи, шифровки, мне все это не нужно. Андрей, успокойся. Я на тебя не претендую. Поехали ко мне. Никто не узнает. Такого, как я, тебе никто не сделает. Будет что в старости вспомнить. Валя, пожалуйста, я больше не могу. Давай что-то решать. Ну, в конце концов, это же твоя дочь. Да пойми ты, вся эта ее агрессия, потому что она по тебе скучает. И считает, что это я вас разлучила. Валя, а как там твой театр? Ну вот и расскажи ей сама. Ты пойми, я не могу из-за Марины потерять свою семью. Да я не перекладываю на нее наши проблемы. С тобой тоже невозможно разговаривать. Ты завидуешь. Мама в театре играет. А ты? Чего добилась? Подтираешь сопли придуркам всяким. Да пусть бы сдохли, раз так рвутся. Естественный отбор. Какая ты все-таки двуличная тварь дома. Твоя мама не хочет, чтобы ты приезжала. Ты мне врешь. Все врешь. Что ты вцепилась в меня. Чувствуешь себя лишней в этой жизни, а так хоть какой-то смысл? Что ты несешь? Как вы с женой познакомились? Блин. Нам что, не о чем поговорить больше? Ну что, это великая тайна? Да нет. В одном институте вместе учились. Она на психологии, я на геофаке. А дальше? А дальше день первокурсника. Она вся такая перепуганная. Абитуриентка. Ну, пригласил ее потанцевать, и как-то все...
закрутилась. А как же твоя профессия? С ней у меня не заладилось. Ну, я вот до сих пор ищу себя. Слушай, я вообще самый обычный парень. Не понимаю, зачем я тебе нужен. Ну, не парься, просто секс. А. Или, как говорят люди моего возраста, секс. Да просто захотелось обычного мужчины. Надоели эти олигархи, мажоры. Слушай, я проголодалась. Отвези меня туда, где ты обычно кушаешь. Уверена? Да. Вы знаете, у вас такой приятный голос. Когда я с вами разговариваю, мне становится легче. Я рада. Знаете, у нас на факультете был один преподаватель, он всегда говорил, что мир спасет не красота, а одно теплое слово. Кость, извините, мне пора. А может, мы встретимся как-нибудь? Всего хорошего. Ты что там, флиртовала, что ли? Ну, ты как ляпнешь? Да я ж сама слышала. Ой, Томка. Знаешь, что я принесла? Димсамы. Что это? Ты что, это ж самое вкусное, что есть в мире. Я своим налепила. Они говорят, что за гигантские пельмени. Ну, балбесы, понимаешь? А ты ж тут на дежурстве голодная сидишь. Вот я и подумала. Еще сладенькие сделала. А? Господи. Божественно вкусно. Да. Ты прям вся кухня мира освоила. Так а чё, кто звонил? Мужчина один. Это я поняла. А какой мужчина? Угу. Чё? Ну, это... Не берет. Слушай, а давай с моего позвоним? А наш номер мы не знает явно. Алло, Марина? Это тетя Настя. Марин, я прошу тебя, прекрати издеваться над Томой. Да у тебя золотая тетка, Марина. Послушай меня внимательно. Хочешь, позвоню еще? Вкусно. Не ожидал, что тебе понравится. Упс. А это я. Не ждали? Это кто? А это его племянница. Ты все неправильно поняла. Поняла, да. Не то, что... Это совсем не то, что я подумала. Это просто твоя клиентка. Ладно. Хорошего вечера. О, вы не поверите, он уже прекрасный. До свидания. Зачетная цифра? Тебя забыли спросить.
Да? Андрей, она ушла из дома и не берет трубку. Я не знаю, что делать. Да здесь она, не волнуйся. Подожди, ты дома? Нет, на улице встретил. С Мариной все в порядке? Да все с ней в порядке. Слава богу. Сейчас домой привезу, не волнуйся. Андрюш, спасибо, извини, пожалуйста, надо ответить. Здравствуйте. Вы позвонили в телефонную службу доверия. Как я могу к вам обращаться? Здрасте, Антон. Очень приятно, Антон. Меня зовут Татьяна. Что у вас случилось? Подобрал сегодня вашу листовку. И не думал, что позвоню. Вот. Вы не подумайте, я нормальный. Продолжайте, я вас слушаю. Все навалилось. Осточертело. Я больше не вижу смысла. Вы не видите смысла жить? Да. Я делал такие вещи. Такие вещи. Послушайте, что бы вы ни сделали, всегда можно исправить ошибку. Ошибаетесь. Не все. Я виноват в таком. На моей совести несколько жизней. Что скажете теперь? Я бы на твоем месте ей тоже изменяла. Ничего не было. Ну мне-то не гони. Я же говорю, ничего не было. Не, ну конечно, если ты расскажешь Томе, она подумает. Строится. Ты можешь все забыть? Забыть, что ничего не было? Ну да. Легко. Правда? Да. В обмен на услугу. Какую? Уговори Томку отправить меня к матери. Как я это сделаю? Ну, твоя жена. Придумаешь, если не хочешь, чтобы она узнала про твой маленький секрет. Пристегнулась? Я думаю, что мы с вами молодцы. Вы молодец. Да, мне стало легче. Теперь пообещайте мне, что когда мы закончим разговор, эти назойливые мысли вас больше никогда не посетят. Как-то отлегло, спасибо. Прекрасно. Послушайте, я вам настоятельно рекомендую обратиться к профильному специалисту. Он поможет вам... Грамотная? Забудь, что я наболтал. Никто не докажет. Мало ли, что я там брякнул. Попробуй только ментов набрать. Я тебя закопаю. Вы послушайте... Хватит! Проболтали. Стукачка, а я наивный. Душу я эту свою вывернул. Только попробуй. Я тебя найду. Так и знай. Пожалеешь, что на свет родилась. Хватит! Поболтали. Все. А что случилось? У нас что, пожар был? Или, может быть, мы соседей затопили? Да нет, просто решили сделать тебе сюрприз и приготовили королевский завтрак. Ты не против? Не против. Ну, тогда мой руки и садись. А что это вчера было? Пошутила. Пошутила? А я чуть не посидела. Ну, видишь же, все хорошо.
Какие же вы молодцы, а? И где встретились вчера? Возле кафе. На набережной. На набережной около кафе подвозил клиента. Смотрю, Маринка идет. Тебе как сюрприз? Понравился? Вкусно? А то. Андрей у нас вообще мастер по сюрпризам. Расскажешь, какой еще сюрприз подготовил для Тома? Или мне сказать? В общем, мы тут подумали и решили, что Марине лучше жить с матерью. Марин, выйди, пожалуйста. Мы же недавно совсем это обсуждали. Я помню. А что изменилось? Так будет лучше для всех. Вале она не нужна. Я понимаю. Зато я не понимаю, как можно вот так взять и поменять свое мнение. Послушай. Просто я хочу жить в тишине и в покое. Ну ты же видишь, она втемяшила себе в голову, что когда она встретится с матерью, то все в ее жизни наладится. Жизнь заиграет новыми красками. Ну ради нас пусть едет. В конце концов, она взрослый человек, это ее решение. Ее выбор. Прошло. Совсем не хотите работать? Ну, конечно, естественно. Как что-то не так, так сразу не хотите работать. Хотим и работаем. Обвинять это всегда проще всего. Я, между прочим, сам опросил почти 100 человек. На станции, где его видели последний раз. Сотрудников железной дороги, собачников. И? Его видели. Был один, но поиски пока ни к чему не привели. А переписку его поднять можно? Подняли. Компьютер изъяли. И что? Пока ничего, запаролен. Отдали специалистам. Время, время. Есть версия, что Ивана к этому подтолкнули. Не физически, а, как называется, хорошенько промыли мозги. Кто-то из сверстников? Я думаю, кто-то из взрослых. Здесь подождать? Нет, пошли. Ну, что стоишь? Беги к своей маме. Какой маме? Ты что, бредишь? Валь! Галь, подмени. Ага. Девчонки, ну вы даете. Маринка, выросла ты как? Помнишь меня? Чего не предупредили? Боялись, на гастроли уедешь. Так кризис. С работы плохо. Вот подработку взяла. Чё? Где остановились? Надолго в Москву? Маринка вот навсегда. А я сейчас уеду. В смысле? В прямом. Твоя дочь. Вот и воспитывай. Пока. Том! Том! Хватит! Полгодика, еще полгодика. Сама воспитывай! Тома! Да, Том! Эй! Hey!
погоди. На, забери, не пригодятся. Какая же ты все-таки лузерша, Томка. А жалко мне тебя. Что? У Андрея есть любовница. Молодая и красивая. Секси, копия Эмма Уотсон. Почти моя ровесница. Что, не веришь? Я сама видела. Ясно. Пошли. Ну зачем? Пошли, ну, пошли. Ну, я хочу потанцевать, но почему нет? Вид. Почему мы ушли? Потому что пора освежиться. Мальчики те ничего были. Ага. С двумя айфонами и с одной извилиной. А это ты как, на глаз научился уже диагнозы ставить? Что с тобой происходит? Такая скучная стала. Ничего, все ок. Алло, привет, ты где? А я в клубе. Заберешь меня? Нет. А почему? А, ты всегда за... Ладно. Ну ладно, ок, пока. О, как все запущено. Это и есть твой мачо? А ты не завидуй. Подруга, ты что, с дуба рухнула? Чему завидовать? Обычный стареющий мужичок. Без статуса, без бабок. А может, мне надоели эти со статусом? Ну а с ним о чем говорить? Есть о чем говорить. Он настоящий. Нет, все-таки я тебя не понимаю. Зачем он тебе сдался? Он же еще и женатик. Еще пока женатик. А ты что, его развести решила? Сам разведется. Ради тебя? Знаешь, сколько вы девочек ждали-ждали, пока не состарились. Слушай, помнишь в школе? Физик не хотел мне четверку ставить. Да, это когда ты еще разделась и орала благим матом, так что директриса прибежала. Забудешь такое. Ну, и что у меня теперь в аттестате? Слушай, ты к чему это вспомнила? Потому что я всегда добиваюсь своей цели. Еще есть вопрос? Проходи, проходи. Вот, располагайся. Ну, ты не волнуйся. Томка через неделю отойдет, она отходчивая, сердобольная. Че, давай ужинать будем? Приберись пока. На, вот, держи. А я макарошки сварю. Ой, да ладно, не так уж и грязно. Угу. Ну, давай, давай, не бойся. О, а вот и гости. Мы кого-то ждем? Ждем. Хозяйка, принимай! Ой, а что за фея, познакомь? А это моя дочь. У тебя есть дочь? Маринка, знакомься. Вот это ржавый поэт-футурист. Да. А вот это вот Митяй, художник-символист. Не перепутай. Смокинг штопорен. Выбрит, что надо. По Брандт по опере шагаю фронтом.
Амазонка! Ну, по полстакашка. Чин-чин-чин! Да. Привет, чего не звонишь? Еду. Как ты? Валю видела? Как встретила? Нормально. Ты что, плачешь? Нет. Что-то случилось? Ничего. Ты не переживай, но чего еще от нее можно было ожидать? У тебя точно все хорошо? Да, пока. А, зачем ты их позвала? Как зачем? Твой приезд праздновать. И вообще они выпивку принесли. Плохо, что ли? Знаешь, дочь, учись в этой жизни выживать за счет мужиков. Вот если все на себе тащить, можно дорваться. Что тащить? Ты вот что на себе тащишь? Я? Все тащу. Я смотрю, не сильно ты надорвалась, отправив меня к тетке. Только посмей мне еще вякнуть на мать. Дамы, ну где вы застряли, а? Сейчас идем. Сейчас идем. Муза. Я Буза. Такси не желаете? Том. Ну что ты здесь делаешь? Тебя встречаю, соскучился. Пойдем? Стало? Или случилось что? Меня ненавидит девочка, которая 8 лет заменяла мать. Том, ну насильно удерживать тоже не вариант. Она думала, что Валя звезда сцены. А. Звезда притона. Андрей. Ты меня, конечно, извини, но если мать пьет, еще неизвестно, какой Марина вырастет. Она ребенок. У нее сложный переходный возраст. А нам пора и о себе подумать, о своих детях. А ты хочешь ребенка? А ты нет? Сколько можно тянуть-то? Марина маленькая, у Марины переходный возраст. И так затянули уже дальше некуда. Когда скажешь нет? Не знаю. Mm-hmm.
Трубку не берет. Ну, что ты хочешь? Марина и благодарность — вещи несовместимые. Ну, мало ли что. Ты работаешь сегодня? Я решил устроить себе выходной, провести его с тобой, пока ты вечером не укатила на свою работу. Ты меня любишь? 12 лет не прошло, решила спросить. Сейчас схожу в душ и узнаешь. Привет. Здорово. Что с настроением? Настя, я просто с ума схожу. Я уже проверяла его телефон. Я полезла к нему в карман. Это просто... это позор. Позор. Успокойся ты. Слушай, ну ты обычный, нормальный человек. Да ты женщина, в конце концов. Мы все через это проходим. Это нормально? Ну, не смертельно, по крайней мере. Понимаешь, я как представлю, что он меня взвёт, что он там с другой. Мне прям... прям выть хочется. Слушай, что ты говоришь, когда тебе обманутые жены звонят? Ну, это же другое. Какое другое? А кому ты веришь? Ты считаешь, Марина могла меня обмануть? Да естественно, она просто хотела тебя задеть, понимаешь? Она хотела тебя укусить. Все равно я предательница. А что тебе оставалось делать? Ты меня прости, конечно, но твоя Марина уже на голову села. Слушай, а вы Вальке за ее долю в квартире выплатили? 100 лет назад. Просто она ведь не знала, что ее мать пьет. Конечно. А я знала. Угу. И, получается, допустила. Девочка тоже не сахар у тебя. Да ну какая разница, кого предавать? Предательство, оно и в Африке предательство. Тума, разбирайся в себе, а? Как вы себя чувствуете? Гораздо лучше. И все благодаря вам. Вы меня прям возродили к жизни. А вы уже вернулись на работу? Ну да, пришлось. Куда эти гаврики без меня? В июне сессия. Нравится преподавать? Еще не понял. Только 3-й месяц. Конечно, в институте куда спокойнее, чем на прежней работе. Кстати, раз уж речь зашла о работе... Завтра у меня как раз выходной. Мы могли бы куда-нибудь сходить в кино. Кость, мне нравится с вами разговаривать, но мы не сможем встретиться. Почему, Таня? Ну, во-первых, потому что я замужем. А я ничего такого, не думайте. А во-вторых? А во-вторых, это невозможно. Что невозможно? Встретиться. Запрещено инструкцией. Я дома. Привет. А ты где? Уже уехал. Мне показалось, ты сегодня не ночевал. Ночевал, просто
Рано уехал, клиент позвонил. Привет. Ты по телефону говоришь. А кто это? Клиентка. Ну ты же сказал клиент. Ну клиент, клиентка, какая разница, слушай. Ну ладно. Ну ладно, извини, я просто не выспался. Давай, я перезвоню. Угу. Чего ты делаешь-то? Чего, какие мы злые. Чего ты меня позвала? Давай, оглуши мотор, пойдем. Куда? Поедем на другом такси. Я вызвала. Почему на другом? Я же не скажу папе, что ты таксист. Ну. Папе. Мне надо представить себя из-за сорванной свадьбы. Юра, ну, жених мой, сказал, что это из-за тебя, но это не так. В общем, я хочу, чтобы он успокоился. После этого я отстану от тебя, обещаю. Слушай, а нельзя без меня как-то обойтись, а? И не ездить на эти смотрины. Я даже слова такого не знаю. Да что с тобой? Да ничего, я просто чувствую себя в ловушке. Папа просто хочет знать, с кем я общаюсь, и все. Дружеский фуршет. Такая формулировка тебя устроит? Роднулька, привет. Привет. Это мой папа, Федор Петрович. Андрей, его жена. Очень приятно. Надежда. Очень приятно. Ну что ж, прошу в дом. Читаешь? Молодец. Учись, учись. Кто бы говорил, сама-то хоть пару книг в жизни прочитала. Марья Тимофеевна прослушала Ставрогина с чрезвычайным любопытством и долго молчала и думала. Невероятно мне это все. 40 лет сряду ишь подъехал. И какие правы люди нынче терпеливые начались. Нет. Не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь. Всю классику, между прочим, прочла, пока в театральной готовилась. Чё довольная такая? Уже накатила? Маринка, прошвырнуться не хочешь? Нет, а что? Ну, сходи, погуляй. Погода чудная. Тебе надо, ты и прогуляйся. Ко мне кое-кто должен прийти. Ничего себе заява. Слушай, извиняйте. Я не знала, что ты свалишься на мою голову. И вообще, я взрослая женщина, у меня свои потребности. Помоги, а? Сама разберешься. Так и чем вы, Андрей, занимаетесь? У Андрея небольшой бизнес. Таксопарк. Андрей, может, вам воды? Все в порядке. Спасибо. О, а может, и вправду не воды? М? Спасибо.
А Рита говорила, у вас небольшой бизнес. Рита немного преувеличила, я обычный таксист. О, вот как. Но меня не это удивляет. А что? Она мне никогда не врет. А ради вас соврала. Мне жаль, а она стесняется, ей нужен человек уровнем повыше. Даже не пытайтесь понравиться, такое редко встретишь. Ну а какой смысл? Я такой, какой есть. Это не страшно, можете на меня рассчитывать. Вы не поняли, мне от вас ничего не надо. Ради дочери я готов на все. Так, что тут у нас? Недосолен. Что он ушел. Знаешь, что у меня есть? Что? Узнаешь. Ручку. Ну. Мам. О. Дочь. Мам, я замерзла. А что ты курточку не надела? Ты сейчас серьезно? Ну или свитерок. То есть тебе абсолютно пофигу, если я замерзну, умру или вообще исчезну? Ты даже этого не скрываешь. Мам, ты вообще себя видишь, слышишь со стороны? Домой иди! Ну ты, пойдем. Не обращай внимания. Ну, бывает. Всем привет! Это моя синюшная мама после очередной пьянки с очередным алкашом вышла за очередной порцией. Ты чё? Ты чё, Маринка? Ну-ка перестань! Мам! Опа! Чё ты кричишь? Сама виновата. Ладно, я новый куплю. Мне Тома купила. А я лучше куплю. А ты чё, чё ты лезешь? Что ты сделал? Чё, я? Да ну вас, дети. Чё? Дай я посмотрю. Алло. Перезвоните, пожалуйста, вас не слышно. Да, неверно. А ты вот так сходу всем врёшь, а? Тамара. Мы знакомы? Да, знакома, даже близко. Я не узнаю ваш голос. А, видишь как, ты про меня ничего не знаешь, а я про тебя знаю все. Что, простите? Ну, к примеру, то, что жить тебе осталось очень недолго. Я знаю, кто ты, я знаю все про тебя, тебе не уйти. Слушай меня внимательно, я знаю, где ты живешь, где работаешь. Зорге 15, верно? Кто вы, что вам нужно? Чтоб ты сдохла. Завтра утром, когда будешь идти со смены, встретимся возле дома. Можно? Да. Вот так встреча, да? Отлично выглядишь. Спасибо. Ты почему тогда не приехала? Ты как-то особо не звал. Неправда. Звал. И очень ждал. И быстренько женился.
Ну, ты тоже времени теряла. Прости. Да, конечно. Ты меня проверяешь, что ли? Мы же только что разговаривали. Алло, Андрей. Мне только что звонил какой-то псих. Он знает, где мы живем. И сказал, что утром встретит меня после работы. Том, ну у вас же полно там всяких неадекватов. Не обращай внимания. Он адрес наш назвал. Ты можешь сейчас ко мне приехать? Я не могу. У меня заказ. Я за городом. Что? Где ты? Тут компания гуляет. Я вот... Жду. Когда закончат, развезу домой. Я не могу. Совсем никак. Да нет, но... Да глупости это все. Давай. Алло. Доброй ночи, Таня. Костя. Костя, это вы? А вы ждали кого-то другого? Нет, я очень рада. А что у вас случилось? У вас какой-то испуганный голос. Нет, нет, все хорошо. Мне вы все можете рассказать? Да. Надо поговорить. Валяй. Мне кажется, все зашло слишком далеко. Смелее. Хочешь расстаться со мной? Не, ну, почему расстаться? Просто... Ну, что-то надо решать, Рит. Давай жить вместе. Ну, каким образом? Ну, как? Ты берешь свои вещи и переезжаешь ко мне. Рит, я вообще-то женат. Ну и что? У вас детей нет. Сейчас нет. Потом будут. Вы не любите друг друга. С чего ты это взяла? Со стороны виднее. У нас тоже могут быть дети. Но только не сразу. Сначала надо пожить для себя. Зачем тебе это надо, а? А ты не думаешь, что я могу влюбиться? Нет, Рит, просто... Ты просто любишь нереальные цели. Вот чем сложнее, тем лучше. Ну, ты привыкла, что тебе достается все, что ты захочешь. Но пойми, я же не... Я не игрушка, я живой человек. А я не играю. Слушай, ты привыкла, что перед тобой все прыгают на задних лапках. А тут кто-то не поддается дрессировке. У тебя чисто спортивный интерес. А я смотрю, у тебя с психоанализом все хорошо. Давай, бросай баранку. А ты давай, бросай думать, что весь мир крутится вокруг тебя. Все спят, я уйду тихо. Скажешь утром, что я уехал на работу. Если ты меня бросишь, я скажу отцу, что ты изнасиловал меня в день моей свадьбы. Да что за бред? Посмотрим, кому он поверит. Щекнутая. Таня! Здравствуйте, Костя. Здравствуйте. А как вы меня узнали? Дедукция. На самом деле это несложно. Все идут на работу, а вы в обратную сторону. А вы меня как? По голосу. Знаете, раз уж мы встретились, Тома. Таня – это рабочий псевдоним. Очень приятно. А я по-прежнему Костя. А вы знаете, вы очень красивые. Спасибо. Знаете, на самом деле солнышко вышло, и мне уже не так страшно. Спасибо, что пришли. Да, мне не сложно. На самом деле, мне очень приятно. Ну, ладно. Хотите маме куртку понести?
Спасибо. А куда пойдем? Давайте на карусели. На карусели? Ну да, чертово колесо. Такси наш. Ничего страшного. Пойдем, человек ждет. Подождет. Это его работа. Вообще-то моя тоже. Подумайте над нашим разговором. Приезжайте к нам почаще. Да. Стараемся. Пока. Пока. Куда пошла? Посмотри на меня. Ну, подойди, я же с тобой разговариваю. Считаешь, из меня можно делать дебила? Ну что? Я все знаю. Ходила тут, с задницей крутила, и так, и сяк. Уже на мужика моей дочери вешаешься. Еще я выбью из тебя эту дурь. Как в детстве. Знаешь, я вообще редко куда выхожу. Почему? Ну, у нас с мужем все было хорошо, пока у Марины не начался переходный возраст. Mm-hmm. Мы стали просто сбегать из дома. Слушай, я не знаю, зачем я тебе все это рассказываю? Психологам тоже надо высказываться. Как ты говорила, иногда спасти мир может одно теплое слово. А ты знаешь, что это вообще-то запрещено инструкцией? Помогать людям? Встречаться, как мы сейчас. А мы никому не скажем. Thank you.
Сколько времени? Ё-моё. Что-то случилось? А можешь мне честно ответить на один вопрос? Могу, конечно. Ты мне изменяешь? То я? Почему я? В смысле, как тебе это в голову вообще пришло? А что за сообщение у тебя в телефоне? Какие сообщения? Да брось. Блин, вот идиотка. Слушай, это клиентка, она... Ну, скучная и не знает, чем заняться. Я ее подвожу иногда на тренировку. Да тренировка, наверное, закончилась, забрать ее надо. Да и что тут сообщение-то? Я соскучилась, было бы о чем. Замужем? Да откуда я знаю? Том, ну ты че... Том, ну ты че на ровном месте, а? Было бы за что, вообще убило бы. Ну? Мне друзья рассказывают, как им жены мозг выносят, а я говорю, моя жена выше этого. Никогда мне мозг не парит. То. Ой, взять сюда. Ой, пиздец. Ай. Ой. Пить. Ой, пить. Задницу от кровати оторви, да иди до крана. Чё? Вот спасибо. Вот это дочь. Старости воды не принесешь. Была бы нормальная мать, принесла бы. А где? Кто? Хахали твои. Ночью поперли за водкой и с концами. Вылокали сами, чтоб с тобой не делиться. Ой. Далеко собралась? Сваливаю. Куда? Куда угодно. Чё так? Я думала, ты актриса. Играешь в театре. И тебе просто некогда мной заниматься. Я гордилась. А ты? Обыкновенная алкашка. Марин. Почему? Я что, такая фиговая мать? А ты как думаешь? Почему, Марин? Ты бухаешь, мам. Все. Больше ничего делать и не надо. А если я брошу? Останешься? А ты сможешь? Не знаю. Раньше бы точно сказала, что нет, да и зачем. А сейчас знаю, что есть зачем. Я постараюсь. Останешься? Вкусно? Ты молодец.
там еще бальзамический уксус. Ты заметил? Угу. Знаешь, я думала, мы теперь больше времени будем вместе проводить. У меня работа. А может быть, тебе поискать другую работу? Что с тобой? Погоди, а что вчера ночью было? Спасибо, что спросил. Том, ты чего? Обиделась, что ли? Да вы поймите, выносить ссору из СБ – это правильно. Господи, да не слушайте вы этих своих нафталиновых советчиц. Такие вещи надо решать и обсуждать. Иначе это все превратится в большую проблему. Да-да-да, не переживайте, звоните смело в любое время. Давайте, ага. Всего хорошего. Здорово. Привет. Все плохо. Так. Он мне изменяет. Я это вижу. Я это чувствую. Настя, кажется, Маринка тогда правду сказала. Рассказывай. Да ну. Том, выносить ссоры из СБ – это правильно. Ну? Привет. Приедешь сегодня? Нет, не приеду. Что-то случилось? Жена увидела твои сообщения в телефоне, а так ничего. Я же просил не писать. Лучше бы ты попросил ее не рыться в твоем телефоне. Что за беспардонность? Мне когда понадобится твой совет, я обязательно спрошу. Ну ничего себе. Ну-ну. У тебя что-то случилось? Да нет, все хорошо. Я знаю твой голос. Мне муж изменяет. Ого. Завел себе молоденькую любовницу. И врет мне. А ты с ним разговаривала? Я спросила у него про переписку. Он мне что-то стал врать в ответ. Очень неубедительно. Я сделала вид, что поверила. Ну, ты же можешь ошибаться. Ну да, смс-ки он сам себе пишет. Смс-ка не улика. Конечно. А может быть, у них эпистолярный роман? Это мужская солидарность? Скажи, а ты не изменил жене? Мы в разводе. Я надеюсь, не поэтому? Нет. Почему тогда? Не знаю. Ни у нее, ни у меня никого не было. Да и проблем особо тоже. Не знаю, наверное, мы разлюбили друг друга. А если муж завел любовницу, значит, он меня разлюбил? Только он может ответить на этот вопрос. Знаешь, я вот все время себя спрашиваю, почему это со мной происходит? Что я сделала не так? Я столько раз отвечала на эти вопросы остальным, а себе никак не могу. Рит, ну мы же, кажется, обо всем поговорили. Пора заканчивать. Что ты имеешь в виду? В каком смысле? Ты хотел, чтобы я тебя больше не трогала? Ну все, прощай. Больше ты меня не увидишь. Надеюсь, ты будешь вспоминать обо мне хорошо. Рит, ты что там затеяла, а? Все хорошо. Прощай. Рита! Рита, дождись меня!
Алло, вы позвонили в телефонную службу доверия. Меня зовут Таня. Ну вот, опять Таня. Спала, что ли, дома? Прямо на рабочем посту? Ай-яй-яй, как не стыдно. Что вам нужно? Как дела? Как здоровье? Давайте поговорим о вас. А что со мной? Со мной все прекрасно. Тогда зачем? Да так, просто хочу поделиться планами на жизнь. А планы у меня, в общем-то, простые. Избавиться от одной твари, которая здорово усложняет мне жизнь. Открыто! Жива? Пила? Нет. Иди-ка сюда. Садись. Рита, это что за концерты? Нет никаких концертов. Просто у меня депрессия. Депрессия? Сходи к врачу. А что врач сделает? Я не знаю, мозги тебе на место вправят. Антидепрессантов выпишет, я не знаю. А тебя вернет? Да ё-моё, Рит! Слушай, смотри. Люди встречаются, люди расходятся. Это нормально, ты что, каждый раз будешь травиться? Я просто представила, что никогда больше тебя не увижу в своей жизни. Увидела? Да. Я просто люблю тебя. О, привет. Мы с Тамарой ходим парой, я только вошел. Ты чего? Просто. Когда ты меня обнимал в последний раз? Да я постоянно тебя обнимаю. Что-то случилось? Кроме того, что мне опять угрожают. В смысле, опять? Слушай, может быть, вам установить определитель номера? Нельзя. Даже когда речь идет о безопасности? Да. Давай заявление в полицию напишем. А какой толк? Я ничего не знаю. Что это за человек? Как он выглядит? Псих какой-то ненормальный, развлекается. Что это за запах? Запах? Чем от тебя пахнет? Гель? Какой гель? Для душа, в ванну взял. Ты же вошел только что. Том, ты устала. Какой гель? Где ты душ принимал? Слушай, я понял. Ты переобщалась со своими психами. Кто тебе там на линию звонит? Они все друг другу изменяют. Один ты не такой. Да? А мне это зачем? Я не знаю, Андрей. А зачем тебе это? Вась! Лучше вообще дома не появляться. Это шантаж? Это нормальный вопрос уставшего мужика. Мне уйти? Я тебе 12 лет знаю. И что? Врать ты не умеешь. Все. Ой, спасибо. Так. Осторожно. Ну что? Высота? Да. Чай попьем? Давай. Садись. Почему ты меня у Тома бросила? Вовсе не у Томы. Квартира наша, общая от родителей. Просто я Томке все оставила. И попросила ее за тобой посмотреть, пока я не обустроюсь. А я-то думала, она по доброте душевной. Ну? Как ты начала
пить. Я в ДК в самодеятельности играла. Все говорили, что у меня талант, что надо ехать в Москву поступать, театральное. Но я тебе Томке отдала и поехала. А там 300 человек на место. 300. Со всей страны понаехали все такие молодые, красивые. А мне-то уже 28 было. Нет, мой отрывок очень это что понравился. Он прям похвалил. В юбке пепельно-сизой села с краю за стол. Рампа яркая снизу льет ей свет на подол. Нипочем вертихвостки, похождения угар. И стихи, и подмостки, и Париж, и Рансар. К смерти приговоренной, что ей пища и кров. Рвы, форты, бастионы, пламя рефлекторов. Сколько надо отваги, чтобы играть на века. Как играют овраги, как играет река. Как играют алмазы, как играет вино. Ну, в общем, помыкалась туда-сюда, никуда не взяли, а домой ехать стыдно. Москва, она, знаешь, как перемалывает, костей не соберешь. А я ведь каждую ночь плакала. Мечтала проснусь, и ты рядом. Прости меня. Просто я все время по съемным квартирам. Мне казалось, что дом тебе будет лучше. Как может быть лучше без мамы? Томка не заботилась? Ну, она старалась, но я все равно тебя ждала. Все будет по-другому. Вот увидишь. Ты не представляешь, как я сожалею. Она набросилась, как торнадо. Бедненький. Отказать не смог. Просто помутнение какое-то. Я... Этого больше не повторится, я обещаю. Мы расстались. Я ж тебя ждала дома. Ты врал мне. Смеялся надо мной. Я не смеялся. Я люблю тебя. Чего тебе не хватало? Всего хватало. А зачем тогда? Я не знаю. Это... Понимаешь, эти 12 лет у меня же... У меня никого, никогда, ни разу ничего не было. Просто решил проверить. Я... Глупо звучит. Я знал, что я пожалею. Все равно сделал. Мне очень жаль. Я... Прости меня, пожалуйста. Другую обнимал. Фу. В первый, в последний раз, Том. В первый, в последний раз. Я обещаю, клянусь. Не трогай меня, пожалуйста. Вот, возьмите. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Thank you.
Выпить тянет. Неделя трезвости. Думаешь, легко, что ли? Думаю, сложно, но ты молодец. Кто? Ванька, открывай! Топайте отсюда. Ты посмотри! Хочешь посмотреть, что мы тебе принесли? Мам. Открывай, кому говоря. Вон, пошли. Открывай, кому говоря. Только ломанись мне. Я живо мусоров позову. Давно в обезьяннике не сидел. Ой, дура. Куда ты пошел? Пошли. Как я их? У меня все прекрасно. Все эти меня очень любят, заботятся. Едва познакомились, попросила уволиться с работы, сказала, что женщина не должна работать. Любое мое желание исполняет. Стоит только подумать. Семнадцать лет назад. 17? Полжизни. Поначалу ты снился часто. Почему ты не приехала, а? Родители не пустили. Дома такие войны были. А я ждал тебя здесь. Разминулись, как листья в водовороте разлетелись в разные стороны. Не думала, что мы увидимся. Переехала сюда, даже не сообщила. Куда? На деревню дедушки? Хотел бы, нашел бы меня. Вспоминала? А ты? Часто. По-дурацки, конечно, все получилось тогда. Прости меня. Почему? Прости, мы не можем, отвези меня. Почему, Надь? Прости, я... Так же вспомнил все, что между нами было. Какими молодыми мы были. Жалко, что в одну реку нельзя войти дважды. Эй, Надь. Наденька. Надь, ну ты чего? Что-то случилось? Надь. Он убьет меня. Твой муж, да он не узнает ничего. Я не хочу. Я не хочу ему изменять. Я не хочу. Недавно то же самое Рите говорил. То же самое? Ты женат? Прости, надо было сразу сказать. И ты с Ритой, ты с ума сошел? Нет, нет, она, ну она знает. Ты спишь с дочерью моего мужа. Слушай, я не знаю, как так произошло, просто, ну... А тебе этого мало. Я пойду. Ну, не так, подожди, я отвезу. Я не хочу, я сама. Надь, пожалуйста, пожалуйста, Надь, это у нас с тобой совсем другое. У нас с тобой ничего нет и не будет. Надь! Надя! Надь! Надь, Надь, пусти меня. Надя, пожалуйста. Пусти меня. Стой, стой, нет, стой, нет, послушай, нет, послушай, нет, послушай. Нет. Thank you.
Где была? А ты чего в темноте? Я вопрос задал. В магазине? Где же еще? Где ты после магазина была? Домой пошла. А что такая довольная-то? А? А, не трогай! Шалава. Алло? Алло? Здравствуй, дома. Скучаешь? Откуда у вас мой личный номер? А ты что думала? Я все о тебе знаю. Где живешь, где работаешь. И все твои номера, разумеется. Что вам нужно? Да я так наблюдаю. И сейчас наблюдаю. Семью тоже все знаю. Про твоего мужа. Ты же в курсе, что он гуляет. Причем по-черному. Нет, не в курсе. Да, Тома, да. Вовремя ты сплавила свою непутевую племянницу к матери алкашке. Меньше свидетелей, когда тебя грохнут. У отца завтра на работе фуршет. Он нас пригласил. Чем он занимается? Он тебе не говорил? Инвестиционный фонд. Ну, вкладывай деньги туда-сюда. Он связан с криминалом? С чего ты взял? Да не, я просто справки навожу, он же твой отец все-таки. Я думаю, что у нас с тобой легкая интрижка. Не похоже. Да? Слушай, он такой жесткий у тебя мужик, да, с виду? Да. А жена, наоборот, такая тихоня, скромная. Угу. Мне на самом деле иногда жалко Надю. Ну, и папе нужна вообще такая яркая женщина. Ну, а чего, он ее не отпустит? О, нет. Только через морг. Как они познакомились? Надька в турагентстве работала. Отец с любовницей пришел покупать тур и уехал с Надькой. Обязательно прелюдия закончилась? Слушай, прости, мне нужно ехать. Прости. А зачем ты приезжал? Просто надо работать. Ну и вали! Тома! Здорово. Опять звонили с угрозой?
Да, мне опять хотят грохнуть. Я не знаю, может, это Андрей звонит. Меняет свой голос и звонит мне, угрожает. Зачем? К любовнице его отпустил. Расшифруй. Я не знаю, мне звонили на сотовый, на личный. Кто может знать мой личный номер? Это кто-то знает, как меня зовут. Я по улицам уже хожу и оглядываюсь. Мне кажется, что за мной кто-то следит. У меня начинаются уже эти панические атаки. Ну, рыбка моя. Ну, иди сюда. Хочешь, я сегодня ночью тоже подежурю вместо тебя? Да нет. Точно? Да. Спать пойдешь? Да. Хорошо. Мы вернемся к этому разговору в ближайшее время. Да, мы договорились. Добрый день. Добрый день. Андрей, а так вы как, подумали над моим предложением? Каким? Мы говорили о бизнесе. А, ну, о чем же еще? Я готов оказать посильную помощь. Из меня плохой бизнесмен. Все с чего-нибудь да начинали. Или вы не хотите начать? Да нет. Спасибо за предложение. Да, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. На всех генералов солдат не напасешься. Нравится играть вторые роли? А где Надежда? Вы один? Плохо себя чувствует. Что с ней? Приболела. Вы извините, мне надо отойти. Да-да, конечно. Нет, нет, конечно, нет. Смотрите, обычно к моменту первого удара психика женщины уже надломлена. Он вам внушает, что без него вы не справитесь. Вы пустое место, вы совершенно беспомощны. Так и было. Потом он заботится о вас. Иногда ругает, но ведь он добрый и справедливый папочка, а вы как будто бы сами виноваты. У всех так? У всех по-разному. Между первыми ударами может пройти год, два. Все это время он будет ползать на коленях, вымаливать прощения, заваливать вас подарками. Ну, послушайте меня. Удар всегда повторяется. А потом время между ударами начнет стремительно сокращаться. Скажите, вы цените свою жизнь? Странный вопрос. Судя по вашим поступкам, не очень. Я опасаюсь за ваше здоровье. Надя, извините, у нас тут... Давайте позже поговорим. Конечно. Спокойной ночи. Алло! Да! Тома! Костя! Костя! Как хорошо, что это ты! Скажи, ты сейчас не занят? Заходи.
Кость, спасибо, что ты пришел. Что случилось? Вот. Кто-то окно разбил. Испугалась? Честно, да. Я подумала, что это тот, кто звонит мне с угрозами. А раньше такого не было? Нет. Всякие, конечно, звонят, но чтобы вот угрожать... Знаешь, я даже думаю уволиться. А что это даст? Ничего. Этот кто-то, он знает мой адрес, он знает мой личный телефон. Да. По-любому это кто-то из тех, с кем ты говорила. Ну ничего, мы найдем его. Вспоминай всех, кто хочет заткнуть тебе рот. У нас весной целый бум был. Из тихих городских сумасшедших вряд ли кто-то хочет узнать твой сотовый. Ну вот девушка одна звонила. Она очень боялась одного чиновника. Там изнасилование. Ну, конечно, она имя не называла. Дети. Дети? Да. Жестокое обращение в семье, несколько случаев. Ты понимаешь, я ведь как священник могу выслушать, ну, совет дать, подсказать телефон экстренной службы, приюта. Все. Угу. Парень еще один звонил. Тоже угрожал. Конкретнее? Да ничего конкретного. Ну, может быть, какой-то голос необычный? Да нет, обычный голос. Только вот шум какой-то был. Дорога? Нет, на дорогу не похоже. Странный такой шум. Угу. Ну, может быть, еще кто-то? А в компьютере вы ведете статистику? Нет, что-то это так просто. Пыль впускает в глаза проверки. Так. Господи, что мы делаем? Подожди, я закрою занавески. Таких банкетов по 3 дня дома не появляется, я все равно боюсь. Хочешь, просто поболтаем, и я уйду. Конечно, вы можете звонить в любое время. Да. Мы всегда рады помочь. До свидания. Костя, что ты делаешь? Думал, найду что-то интересное для дела. Ну и нашел? Нет, ничего интересного. Знаешь, ты удивительная. Кость, тебе лучше уйти. Я просто хотел... Кость, уйди, пожалуйста. Я просто хотел помочь тебе. Кость, уйди, пожалуйста. Не боишься остаться одна после этого? На всякий случай. Чтобы 17 лет ждать. Я люблю тебя, Надя. Всегда любил. Ты чего? Застеснялась меня? Ну, что ты? Ну, что спряталась? Ну, да. Ну, все застеснялось. Ну.
Я убью его. Тише. Я тебя с этим психом не оставлю. Он мой муж. Разведешься. Так просто? А что сложного-то? А что сложного-то, Надя? Мы что, в средние века живем? Тебе разрешение нужно специально? Он убьет меня. Да пусть попробует. Ты не понимаешь, он страшный человек. По его приказу убивали, я точно знаю. Кого? Что-то с бизнесом связано. То ли партнеры, то ли конкуренты. Напился недавно, рассказывал. Ты знаешь, ты вышла за него. Я не знала. О, Валюха! Валюш, ты что с дела? Ты куда пропала? А? Что надо? Пол стакашка. В тебя закусь, а? Обхохочешься. Значит так, ко мне больше не приходите. Все, лавочка прикрыта. Ну, ты что-то ломаешься? Айда с нами, а? Ну? Завязала я. Ну, совсем, что ли, Валь? Да, совсем. Валите отсюда, чтобы обоих не видела. А если мы зайдем? Если мы зайдем, что будет? Валюх! Ментов вызову. Ясно? Валюш, ну по 50. Все, чао. Бля, по 50, давай. Чао. Давай по 50, батон у тебя есть, у тебя салатик. Давай, ты меня не понял? Ты меня не понял? Валюш, а как же наш секс? Служба психологической помощи. Он меня обманул. Вы знаете, измены хоть и неприятная, но распространенная часть семейной жизни. Настя, это я. Костя меня обманул. Так это он тебе угрожал? Я не знаю, но его нет на сайте преподавателей вуза. Тонечка, а ты определись. Кому ты больше доверяешь, интернету или человеку? Да. Да, хорошо. Я ему сейчас сама позвоню и спрошу. Не благодари. Добрый день. О, надо же. Костя, а вы не маньяк? А мы снова на «вы». То есть сам вопрос не смущает? Если бы мне звонили с угрозами, я бы тоже подозревал всех и каждого. Я больше боялся, что ты не захочешь говорить со мной. Говорить с тобой – это моя работа. То есть ты разговариваешь со мной только по работе? И сейчас? Костя, тебя нет на сайте преподавателей вуза. Давай я все расскажу при встрече. Не хочу по телефону. Странно, раньше мы обо всем разговаривали. Я не был откровенен с тобой. Я хочу это исправить. Давай встретимся на выходных. Ладно. У вас сегодня совсем другой голос. Вы заметили? Кое-что произошло. Я встретила человека. Когда-то мы были влюблены в друг друга, еще в школе. А сейчас случайно встретились, и все снова возобновилось. Как будто этих лет разлуки не было вообще. Я так счастлива. А как же ваш муж? Он ничего не знает. Если он узнает, он убьет меня. Как вы думаете, что мне делать? Надя, это ваша жизнь, и вам самой нужно принять решение. Я понимаю, но мне важно ваше мнение.
Вне зависимости от наличия другого мужчины, вам лучше уйти от мужа. Рядом с ним вы в опасности. Я не знаю. Я вдруг так явно ощутила, что я живая. Раньше мне казалось, что моя жизнь закончилась, а теперь нет. Я знаю, что я счастлива. Счастлива настолько, что мне даже страшно. Мне очень страшно. Это нормально. Перемены всегда пугают. Мне уйти к любимому человеку? Вы вправе быть с тем, кого любите. Раньше я всегда осуждала тех, кто изменяет мужьям, а сейчас сама оказалась одной из них. Вы просто хотите быть счастливой. Как всякий нормальный человек. Да, спасибо вам за поддержку. Я не знаю, получится ли у меня. До свидания. По IP-адресу эту мразь вычислить не удалось. Залег на дно и никакой активности, не знаю, или шифруется. Не знаю, может быть, случайность. Но был звонок в службу психологической помощи. Любая случайность – это итог закономерности. Девушка слышала по фону характерный звук. Так. Кажется, я вычислил его источник. Но это только догадка. Надо проверить. Проверить. Но ты же понимаешь, что я ничего не могу сделать без официального разрешения. Пока мы с тобой разговариваем, он наверняка обрабатывает следующую жертву. Да я понимаю, ты прав. Но дай мне хоть что-то, хоть какую-то зацепку. Хорошо. Как дела на работе? Нормально. Как у тебя? Тоже нормально. Привет, папуль. О, дочура, привет. Что за срочность? Собирайся. Ты едешь в Лондон, будешь учиться там. Вот. То есть ты за моей спиной оплатила мне обучение? Визу уже открыл, можешь паковать вещи. Я никуда не еду. Какого черта? Я знаю, что ты задумал. Поэтому не трать зря время. Считаешь меня дураком? Я все вижу. Зачем тебе сдался этот нищий таксист? Вот было бы ради кого страдать. Успокойся. По большому счету, мне плевать на то, что он нищеброд. Могли бы сделать из него человека. Хотя за тобой ухлестывали такие парни. Я их не любила. А этого любишь? Дочь, я все понимаю. Но он тебя не достоин. Потому что он нищеброд? Потому что ты ему не нужна. Ты как будто вымаливаешь у него. А глаза у него пустые. Ты ему не нужна, не нужна. Не унижайся. Значит так, я сама решу, кто мне нужен, а кто мне не нужен. Господи, как же ты похожа на меня.
Я все решил. Я ухожу от Тома, ты уходишь от Федора. И не надо его бояться, я буду рядом. Нет, это опасно. Он найдет нас, выследит. Неужели ты совсем не боишься? Я могу тебя защитить. Ты сумасшедший. Мне нужно знать только одно, ты со мной или нет. Ну, я и так с тобой. Ну, не Юли, ты со мной или нет? Где ты была вечером? На маникюре. Вот. А потом маникюрша тебя провожала. Я спрашиваю, кто тебя провожал? Никто. Никто? Ох ты, мразь! Тварь! Я глазам своим доверяю! Хорошо погуляла! Попрощаться успела? Потому что больше он тебя живой не увидит! Больно! Это я еще только начал! Здорово, малая. Что вы с ней сделали? Ей плохо? Кроха. Ей хорошо. Ей даже очень хорошо. Аккуратно, аккуратно. Ой. Да вы охренели. Слушай, угомонись, а? Она сама к нам пришла. Не может быть. Может. Она с бухло пришла. Получка. Мам, ты же мне обещала. Ну что ты? Мам, ты же мне обещала, слово дала. Ну это мое слово. Хочу даю, хочу забираю. Все, убирайтесь отсюда. Так, слышь ты? Давайте. Угомонись, угомонись. Мам, скажи, чтобы они убирались отсюда. Сама пойдешь отсюда. Дай маме поспать, все. Пап, блин, что мы тут делаем? Я уже не маленький. Кое с кем встречаемся. Кость. Сеня. Привет. А это, надо понимать, твой сын? Долго спишь, дорогая, а я в офис. Да-да, предвижу твой вопрос. Суббота, а ты работаешь, дорогой. Совсем себя не бережешь. А я такой, все ради семьи, ради твоего благополучия, Наденька. Любящий муж обо всем заботится, чтобы Наденька ни в чем не нуждалась. Я хочу уйти. Что? Я хочу от тебя уйти. А разве я тебя отпускал? Федь, давай разведемся, я не могу так жить. Но я ведь живу с рогами. И ничего, представляешь? Отпусти меня, пожалуйста. Хахлю нашла, смелая стала.
Думаешь, я не узнаю, кто он? Вчера это мы только начали. Можешь молчать дальше. А я все равно найду его и убью. Даже не знаю, с чего начать. Ты окно разбил. Обещай выслушать. Я здесь для этого. Иван Чистяков, который... Твой сын якобы. Я не хотел врать. Когда я первый раз позвонил, ты неправильно поняла. Я хотел сказать, что это друг моего сына, но ты стала утешать меня. Я виновата в твоем вранье, да? Они были близки. Марина с Сеней и Ивашка. Мы с Сеней после развода. Он совсем как чужой стал. Я хотел, чтобы все было как раньше. Я не понимаю. А потом Ивашка исчезает. Я очень испугался за сына. Подумал, если найду виновного... Виновного? Но он же сам сбежал. Нет, там... Там девица какая-то была, Алекса. Она шантажировала его. И угрожая показать всем переписку, фото, видео, в общем, подтолкнула его. А я здесь при чем? Я решил, что это ты. Я? Шантажировала? Если бы я так думал, сейчас бы здесь не сидел. А почему ты так думал? Они определенно что-то знают, но молчат. Попробую выяснить. Хорошо. Привет, Сень. А ты что здесь делаешь? Уже доложили? Надо поговорить. Ой, все. Мало твой дружбан нам мозг выносил. Сень. Сеня. Сеня! Ты что скажешь? А что я должна вам сказать? Следователи считают, что на Ивана было какое-то давление. Я ничего не знаю. Вы же вместе общались. Ну так и спрашивайте у своего сына. Спрошу, а пока у тебя. Что, тяжело ответить? Ну так что? Ты знаешь, может быть, он стал с кем-то часто общаться? Знаю. Кто? Психолог из телефонной службы доверия. Ты уверена? Имя, фамилия? Тамара Денисова. С ума сойти, все напрасно, все мои усилия. Я только потом сообразил, что это была твоя племянница. А когда узнал про ваши отношения, понял, она просто хотела насолить. А при чем здесь наши отношения? Ты на меня посмотри. Может, это я все-таки? Сначала спасаю, потом убиваю. Психолог, оборотень, ты посмотри на меня, посмотри. Не смешно. Ты взрослый человек. Как ты мог повестись на... А что мне было думать? Она так уверенно говорила. Я достал распечатку. Чистяков звонил вам в службу. Я не знаю, я с ним не разговаривала. Может быть, он на Настю попадал. В распечатке не указано. Значит, Насте не удалось его отговорить. Подозревал меня и притворился, что ухаживаешь. Я не притворялся. Все. Том. Да я не хочу тебя видеть. Том! Да, алло, что вы хотели? Мне нужна Надежда. А ее муж тебя не устроит? Подъезжай, поговорим. Зачем? Ну, как мужики.
Прячься, прячься, гаденыш. Сегодня же узнаю, кто ты. Приду и за яйца подвешу. Что ж ты бабу свою так подставил, а? Слушайте, это какая-то путаница. Я из службы заказа такси. О как! Так чё, я отменяю? Кому ты вешаешь, труба у меня была. Как она могла заказать? Зайди. Как вам, Семен? С утра приступил, посмотрим. Но я по другому поводу. На этот телефон сейчас звонили. Голос знакомый, но я не уверен. Короче, пробей, на кого оформлена симка. Ну, адрес и все данные. Номер в память не забит? Ну, если бы был забит, я бы тебя просил. Кто? Семен. Федор Петрович нанял меня для вашей охраны. Меня не надо охранять. Федор Петрович, считай по-другому. Я не хочу. Я хочу уйти. Таких указаний у меня нет. Я что, не имею права уйти? Это для вашей же безопасности. Мне безопаснее подальше от моего мужа. Я не смогу вас выпустить. И Надежда Олеговна, поднимитесь в свою комнату. Что за бардак? Андрей! Андрей! Зода. Ну ничего. Ты что здесь делаешь? Я кое-что обещал тебе. Я не хочу тебя видеть. Найдем того, кто звонил, и я отстану. Ого, как мы умеем. Я же бывший опер. Можно? Забыла про твое героическое прошлое. А, кстати, ты почему из органов ушел? Кто тебя так? Отморозок один. Печень задел. Это только кино. Супермены, простреленные насквозь, бегут дальше спасать мир. А в жизни до сих пор лечусь. С оперативной работы пришлось уйти.
А пока сидел на больничном, мы с женой поняли, что стали чужими. А чего пришел? Я не хочу тебя видеть. Помочь хочу. Чай или кофе? Кофе. We have some questions. Да, yes, I see. Папа, раздави его, размажь, чтобы я его в городе больше никогда не увидела. Sorry. It's my family. She's okay. My gentlemen. Please. Would you like to have a cup of tea? Oh, yes. Okay, no problem. Yes, please. Sorry. On the second floor. Sorry. Дурочка моя. Что ты? Никто не смеет тебя обижать. Сейчас одного урода найду, а потом твоего водилу прижмем. Больше его не увидишь. Обещаю. Федор Петрович. Андрей Денисов. 84-го года рождения. Возьми с собой несколько крепких ребят. В общем, ты знаешь, что делать. Семен! Семен, открой меня, пожалуйста! Открой меня, он избил меня и убьет, слышишь, Семен? Ну, пожалуйста, открой меня, я умоляю тебя, открой мне дверь! Да, рядом с элеватором один жилой дом. Слушай, как это сомнительная затея. Ты не сомневайся, пошли. Как мы его найдем? Мы что, все квартиры обойдем, что ли? Зачем? Ему лет 25-35, судя по его описанию. Живет один или с матерью. Откуда ты знаешь? Я тебе этого не говорила. Иначе он занимался бы чем-то другим, более полезным для общества. О, вот и наши агентши. Красавица, здравствуйте. Здрасте. Как поживаете? Лучше всех. Да? Не подскажете, где живет парень? Не видите где? Может, с мамой? Это, которая 27-я квартира, да? И все, один он, да? Или кто-то еще на друг есть? 12. Спасибо. Два подходящих субъекта из 12-й и 27-й квартиры. Пойдем? А может, я тут подожду? Мне нужно, чтобы ты узнала голос. Не бойся, я с тобой. Пойдем? Пошли.
черт! Иди отсюда, пришел! Ой! Мам, выгони его! Ой. Кого выгонять надо, так это театр. Он кобыла здоровая. Мать говорит, что ты ей на шею села. Мама такого не говорила. Мам! Мам! Че? Маринка, иди работать. Я же учусь. Кому нужна твоя учеба? Ты 8 классов закончила? 9. Вот и иди работай, деньги зарабатывать. Иди работай, маме поможешь. А в твоем возрасте уже сама зарабатывала. Ну, ты что думала, что мать тебя до старости кормить будет, да? Нет, не хочет работать. Че с ней толку? Ну и пожалуйста. Я и сама уйду. Ну и вали. Бездельница! А, добрый день. Вам кого? Я друг детства, Надежда Олеговна. Минуту. Федор Петрович. Да. Да. Здесь к вашей жене приехал мужчина, говорит, друг детства. Пусти его и держи в доме. Я понял. Проходите. Поехали. Вам сюда. А где хозяйка? Наверху. Ну так позови ее. Она нездорова. А что с ней? Федор Петрович приедет, вам все расскажет. Понятно. Все настолько серьезно? Серьезно. Ё-моё, а что это у вас там течет с потолка? Где? Да вон, смотри. Где? Вон, прям под, над люстрой, по проводам. Вон, течет, видишь? Чё-то... Стоять! Стоять, кому сказал! Костя, как ты догадался? Рядом строят тяжелый комплекс на месте старого элеватора. Это единственный нерасселенный дом. Здравствуйте. Чего надо? Если вы из банка, то батя свалил давно. Не там ищите. Я из управляющей компании, мне нужно проверить счетчики. Это из Собеса? А то я с утра сижу, жду, как привязанная. Извините, я, кажется, дверью ошибся. До свидания. Нет. Нет. Пойдем. Дверь хлипкая, я вынесу. Подожди, мы не можем. Другого шанса не будет. Подожди. Звук. Его почти не слышно. А я слышала отчетливо.
Да, действительно. А где же он тогда может быть? Не на стройке же. Точно. Там остался один неснесенный корпус. Ну что, мы как пацаны драться будем? Давай я заберу ее, и мы исчезнем. Ты же все равно ничего не знаешь. Я без нее никуда не уйду. Спускайся. Я не могу, он меня запер. Сейчас. Осторожно. Паспорт взяла? Ноутбук положи. Что вам надо? Отпусти! Угомонись, Алекс! Или Алекса! Больно! Заткнись. Да, это Костя Романов. Присылай своих ребят, мы нашли его. Старый корпус элеватора.
Стоять! Быстро в дом! Нет! Мужик, тебе меня убить придется. Семен, отпусти нас, пожалуйста. У меня приказ. Давай без крови, а? Он страшный человек. Он убьет нас. И это будет на твоей совести. Отпусти. А что теперь ему грозит? Психушка, наверное. Если признают вменяемым, суд решит. Знаешь, я не то чтобы кровожадна, но я рада. Ну да, и тебя нельзя в этом винить. Я сам еле сдержался, чтобы его не отметелить. Я видела. Слушай, давай мы завтра с утра встречу тебя. Ну или провожу. Мало ли. А давай. Мало ли. Здравствуйте, вы позвонили в телефонную службу доверия. Меня зовут Татьяна. Привет-привет, Тамара. Давненько не болтали. Соскучилась, подруга? Подруга? Хотя, что тут теперь? Так лучше. Это вы мне звонили? А ты как думала? Зачем? Я спала с Андреем. Ах, вот оно что. Это та самая студентка, которой я перешла дорогу? А я все ломала голову. Кто же это? А я думала, что ты начнешь ему мозг выносить, и он тебя бросит. А все. У меня семья, Я его не держала. Твое здоровье. Почему ты решила признаться? Потому что твой муженек кинул нас. Мы теперь с тобой подруги по несчастью. В каком смысле? Он сбежал с моей мачехой. Наставила рогов моему папочке. И сбежала с моим любовником. Подожди, ты про Андрея? Угу. Про кого же еще? Ну ничего. Мой папа найдет их и убьет. Он никому не даст себя поиметь. Маринка? Алло. Алло, Марин, это ты? Том, это я. Андрей? А что это за номер? Временный, слушай. Меня будут искать люди, очень серьезные люди. Ты ничего не знаешь. Я и так ничего не знаю. Где я? Что я? А где ты и что с тобой? Пришлось уехать, Том. С женщиной? С Надей? А откуда ты? Рита твоя звонила. Скажи, я от тебя услышу правду? Том, ты права. Слушай, я встретил Надю, это та самая Надя. Твоя первая любовь? Да, и... Слушай, прости, пожалуйста, ты имеешь полное право меня ненавидеть, может быть, даже уже ненавидишь, но я не могу поступить иначе. Ты сможешь без меня, она нет. Ее чокнутый муж издевался над ней, не давал ей жизни, Мне жаль. Прости, пожалуйста, прости, но просто я... Том, я могу сделать ее счастливой, понимаешь? Андрюш, сделай счастливой хоть кого-нибудь. Правда? Том, ты отпускаешь меня? А ты спрашивал? Ты не злишься?
Злюсь, не злюсь, какая разница? Прости меня, пожалуйста, я дурак, я сволочь, я... Том! Том, я сволочь, алло... Тома! Том! Ну, что там? Все? Все, если что, свести. Восемьдесят. Всего 80 тысяч? Ну, где я сейчас дороже продам? Они нас могли вычислить. Зато живы. И налегке. Насчет налегке это точно. А куда мы теперь? На автостанцию, мастер сказал, где-то недалеко. А оттуда? Ты не поверишь, в Томск. В Томск? Отсюда идут автобусы в Томск? Нет. Поедем сложным составным маршрутом. Заметаем следы. Там Саша Касаткин живет, служили вместе. Обещал помочь ей жильем и с работой. Прорвемся. Конечно, любимый. Служба психологической помощи, добрый день. Это не Тома. Марина? Марина, ты где? Алло, Марина, где ты была? Почему ты мне не звонила? Я издергалась вся. Я от мамы сбежала, Том. А сейчас ты где? Так, часа через три... Нет, четыре я буду. Все, давай, давай. Да? Костя, привет, а ты не занят сейчас? Привет, нет. А есть у тебя машина? Конечно. Отлично.